Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Когда я надеюсь, что у нас уже тоже начнет открываться квас. У нас квас открывается, когда, ну, начинается нормальная погода. Ёб твою мать. Ну, это уже бан. Это сразу бан. Работали бы у меня скрины. Так. Ёба-боба. Пацантре. Так, подождите. У меня есть шанс получить денег. Капец. У меня есть шанс получить денег. Подожди, Кирюша, стой. Я сейчас заработаю денег чуть-чуть. Так. Решалы. Решалы. Пока не поздно, решалы. Да, блядь. Решалы, мне надо в суд подать. Решалы, вы здесь? Решалы! А. Так. Пока еще не стерлись эти сообщения. Надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 сообщений. О, так даже чуть-чуть побольше. Ну, может быть, даже 16 и 17. Так. Подождите, ну, если уж на то пошло, если он говорил то, что, типа, прости, не надо в суд, прошу. Давай тогда, ну, мы попробуем так решить. Tell, вот его ник, и сколько ты готов заплатить без... Сюда. Здравствуйте. Сейчас, пацантре. Я сейчас, ну, немножечко апну денег, так сказать, реально. О, вот. Алло, здравствуйте. Я хочу подать на человека в суд. Да я понял уже, чисто реально красиво. Как вы думаете, ну сколько с данного вопроса можно, ну, трухануть бабла? Ну, смотрите, получается, это микро, ну, я бы назвал это сперматозоид. Он пишет, что он хочет ботс. Это значит то, что он зашел на сервер примерно минуту назад. Так. Из этого делаем вывод, что, получается, денег у него, в принципе, нету. Поэтому, ну, есть два варианта. Первый — это попросить, ну, какую-то все-таки маленькую сумму денег, ну, просто чтобы все-таки шкила, так сказать, подумала. Либо реально, ну, это, конечно, не очень, но запрячь, работать, то есть белое рабство. Ага. А какие ваши, ну, то есть, как адвоката, какие ваши предложения? Ну, смотрите, я сейчас как вот в South Park, там, типа, специально у работников вот это интернета, да? Да-да-да. У них там кармашки такие на сосках. Вот я их открыл. Так. Что? Хорошо, мам. Да, буду куру есть. С ножом и с... Да, буду. В общем, ну реально, я думаю... Ну, вы серьезный человек, я как вижу, реально. Ты серьезный. Ну да, это у меня там, из подвала. Получается, смотрите, я думаю, ну максимум с данной шкилы можно выбить не очень много. Ну он 15 сообщений спама, понимаете? Ну, 32 тогда. Нет, стойте, 15? Ну, 15 вообще, смотрите, если учитывать закон, то там, я думаю, больше 100 наберется. Но данный человек, вы сами понимаете, не, ну, как бы не получит реально вот это, не сможет выплатить, я думаю, даже 100. Поэтому я думаю, 32 это еще хорошо обойдется. Сейчас, да, мам, очень нужен. Алло. Алло, да. Да, адвокат. Да, я говорю, 32, мне кажется, можно.
Так, а какой задаток внести? Да, давайте задаток. Один. Один железный слиток? Не-не-не. Нет, один это задаток, но еще как бы потом процентик, да, там. Ну да, я понимаю. А вы сделаете Настя, скриншоты, потому что вот у меня сейчас скриншоты не работают. Очень интеллектуально вот это поставили Ender Chest ровно над Ender Chest'ом, который уже есть. В смысле? Тут нет Ender Chest'а. Да, есть. Это я специально. Кстати, курочка, курочка вкусная. Вот только из печи прям. Как вкусно! Так вы сделаете скриншот и подадите за меня на него? Да? Ну тогда все. Это, знаете, как в стоматологии, да? Там, когда детей маленьких там зубы им лечат, они потом игрушку берут. После приема. Ага, нет, не знаю. Это то же самое. Ну, вот это то же самое примерно. Кстати, реально свежий прикол. Все, давай, пока, гусь-бусь. Ты подашь на него, правда? А? Ты подашь? Да, да, подам. А, да, кстати, скажи то, что рабство меня не интересует, потому что тогда он добьется как бы своего и будет тут жить. Кстати, спасибо большое за бета-тест ГП. Я этот сервер ждал больше года, и это, в принципе, моя мечта. Так а как? Ну, расскажи, как, ну, пользователь. Нормально, чи как? Я могу рассказать так. Ну, конечно, типа из-за того, что нет голосового чата, ну, не такой прям вот драйв, как я в прошлый раз ощущал. Но я уверен, что его добавят. Ага. Это первое. Второе. Вот то, что там больше работ, но вот что я, наверное, не очень все-таки, в прошлый раз была работа крафтера, а сейчас этой работы нету. И типа, как бы, мне кажется, то, что все-таки работа крафтера должна быть отдельной, потому что так тебе нужно найти человека, который типа мастер, умеет там дерево правильно обработать, всякое такое. Хороший дождь, кстати. Да, а типа сейчас этого нету. Ну, плюс еще... Так эти все три работы, они вообще-то были, ну, как бы бета-тестовыми. Они ни одна из них не должна была дожить была до финала. Ну, сейчас же есть, типа, работа-строитель, которая ну, такая ладно. Же, как и на бете. Ну, ладно, ну, ладно. Но я очень рад, что сервер запустился, я на нем буду играть. Просто сейчас у меня есть, так сказать, дела. Курочку ну, я покушать думаю, дела. О, кстати, сейчас еще принесли огурчик с помидорчиком. Вообще кайф. Ну, пока, друг. Можно вот, ну, тогда напоследок вот это вот. Вот это? Да, всего доброго. Все, давай, пока. Ну, давай, а когда суд-то будет? Да, а сегодня какой день недели? Так среда получается. Суд будет в субботу, получается. Ну все, тогда давайте, получается. До свидания, получается. Давай, друг, пока. Да, да. Целую в попу. Давай. Да, алло, алло, шо? Алло. О, да, привет, 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 да. Привет. Алло, привет. Привет. Привет, привет. Привет. В общем, привет. Вот с нами сидит замечательная лягушка, которая смогла организовать для нашего города батан. Так. Значит, заходи, я сейчас в сети, мне, пожалуйста, скину ссылку. Так, а что это значит? Пошли. А. Что? Я не хочу, чтобы ты меня отсасывал. Конфа, первого района. Ага. Вот, зайди туда, перейди в этот Дискорд. Так. Норм, ну, здрасте. Ну, я зашел. Да, здрасте. Зашел? Зашел? Ну да, я там, да. я там, и чё? Да, да. Норме, продемонстрируй. Короче, в общем, Давай, говори. В общем, этот бот поможет как бы вывести на новый уровень вообще организацию города. Так. Вот, так, давай пишем help. Так. Help. Вот, и смотри, тут есть такие команды, да? Управление так. Жителями города, управление зданиями. Вертикация. Добавить жителя
А, ну-ну-ну. Это подожди. А, теперь напиши. А, доллар. Доллар. Так, ну. А, верифи. Верифи и свой ник. Ты уверен, что все нормально сейчас произойдет с показом экрана? Да, порнуха не вычит. Верифи. Так мне сейчас код какой-нибудь высветится и... Нет. Это никак на СП нет. Ха. Так, верифи. Питорка. Так, ну допустим. Я правильно написал? Так, да. Да. Так. Вы были верифицированы как пятерка. Так. И так, теперь так. Другой, если что, другой человек не может типа взять, и если ты уже, если уже есть такой человек, так, 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 ником, я понял. Он уже не будет. Так. Вот. И теперь тебе ты должен выбрать свои роли. А как видишь? Это сделать? А, галки поставить, да? Да. Нет, галки это типа submit, ну типа подтвердить. Ты сначала выбери роли, которые тебе. Ну я хочу, допустим, я ресурсер, механизмер, рпшер, да? РПС. Да, так, прожал. А как ты? Это за меня ты это сделал или что? Как ты это сделал? Да. А, ну он, у него, видимо, права админа. Вот. Ну, так, ну, так, типа, так. Ты можешь это сам прожимать. Нет, вот, и тут есть. Уже... Че? Вот, и тут видишь уже citizens, ну типа жителей команды. Так. И здесь уже, вот, и смотри. Вообще это задумывалось для того, чтобы это было на все районы, то есть наш так. Общий Discord. Так. Но там непонятно, кто, ну, типа, админ там, явно не Ронан, вообще непонятно, у кого права админа. Так. И поэтому сейчас это пока что планируется, видишь, листач норме. Короче, ага. Тут, видишь, на стрелочке. А, и третий смайк, район, листач. И второй район, я понял, да, листач. Да, это типа тут списки. Потом, он, видишь, прожимает фильтры. То есть, вот, RPSHER, он прожал. Видишь? А как он прожал он фильтры? Нажимает. Как смайлик он нажал или что? Да, на смайлик нажал, и это получается как фильтр. Вот так. Потом, что у нас там еще есть? Task. Давай команду Task. Сейчас я могу. В общем, это команда, сейчас покажем команду, которая дает чуваку задание. И ты можешь проследить, когда оно было дано, ага. И за сколько он его сделал. Видишь, так, тебе в ЛС пришло сообщение от бота. Вот. Что у тебя вот... Мне ничего не пришло, у меня ЛС закрыто. А, ну... Так, ну типа тебе приходит сообщение, что тебе сделать, да? Да. Ну типа видишь там... вот, видишь, выполнен список активных заданий. Вот видишь, одно задание... Да. Порядковый номер. Заказчик, норм. Это прикол. Типа описание. Заказчик и дата. Да. Вот так. Приколыч. Прикол. Вот так. Ну, нормально. Потом... А еще там? Еще. Ты можешь выгонить создание в чате, не смотря ВВС. Не понял. Да. Типа пропишешь команду и вот так вот так. Типа так это труды выгрузать. Ага. Но вообще в LS ты просто должен нажать на, если у тебя LS открыто. Да, но ты там типа нажимаешь на выполнение. Да, на галочку. Да. Угу. Вот так. Ну нормально. Да. Вот так. И еще Кирилл, можно будет тебя после стрима, там тоже темка есть, которая именно после. То есть конкретно по разъебу тебя, да? Ну, нет, тебя, и там не только разъёб, то есть разъёб ёбл твоих зрителей, которые дадут тебе деньги после этого. Чего? Ну я заканчиваю стрим. Ну ладно, давай, пока. Ну давай, напомню. Давай, пока. Ну как бы нормально, но как бы я бы, ну... Я человек, который не умеет пользоваться Дискордом. Мне это все слишком сложно понимать. Я чуханчик старой закалки, вот.